8-е заседание читания на Арбате, и оно эксклюзивное, потому что проходит в Петербурге. Это нечто новое для нас. Я очень волновалась, что вообще никто не согласится поехать сюда. И я очень рада, что вот меня поддержали, приехали, потому что это не просто поездка, а это удивительная поездка. Все-таки Петру Алексеевичу 350 лет, и мы собрались в этом городе не просто так, не только потому, что ему 350 лет, а потому что в этом городе живет Яков Аркадьевич Гордин, который после Петра, да, который вот взял на себя совершенно колоссальный труд написать книгу о Петре. И не просто написать книгу о Петре, еще и нам рассказать. Вот. И поэтому сегодня, видите, как много здесь. Московский десант, юбилей. И вот особенно меня очень греет, что Яков Аркадьевич согласился, потому что заманить его в Москву очень сложно. Я далеко, да. Поэтому спасибо большое, что мы все здесь. Большое спасибо, что вы согласились. Очень приятно. Я передаю слово своему главному... Кто вы? Главному секретарю нашей читальни. Значит, нашу встречу можно было назвать, как некогда была такая серия «Классик и современники». Не классики, классик и современники. И вот почему. Потому что, если говорить серьезно, то вот так навскидку пригласить вот таких приличных писателей, как Гордин, вообще пальцев-то на самом деле не очень много надо. Поэтому так приятно говорить московским гостям, малообразованным, как правило, в большинстве, но я не имею в виду присутствующих, о великом петербуржце, которому 86 лет, который сын писателя и писательницы, который петербуржец или ленинградец? Ну, и то, и другое. И то, и другое. Ну, слава Богу. Куда деться, да. Очень. Человек, которому посвятил не одно стихотворение Иосиф Бродский. Вот. Человек, который просто, я думаю, что спасает честь писательства в нашей стране в чем-то, безусловно. Если была бы такая премия безусловной, ее получил Яков Аркадьевич Гордин. Потому что он своей 60-летней почти работы в литературе доказал, что можно быть... И можно иметь свою точку зрения, можно писать о том, о чем хочется писать, о том, что хочется издавать. Гордин – человек истории, истории с большой буквы. Человек, который вот мог бы в этом зале собрать своих героев. И нам бы с вами не было скучно. Где-то сидел Пушкин, Бродский, Ермолов. На секундочку, да? Хорошая была бы компания, и нам, им было бы о чем говорить, а нам о чем слушать. Он удивительно может говорить об исторических событиях. Конечно, декабристы все бы, их было бы много. И даже Адоевский, который жил в этом доме, да? Жил в этом доме, мог бы заглянуть. Был бы, наверное, и Бродский, 40 лет они дружили. Стихи Бродского замечательные, посвящены Якову Аркадьевичу. Не буду читать, чтобы не смущать. И самое главное, что еще, например, Литгазете, в которой я имею честь работать, приятно, что Яков Аркадьевич много лет ведет журнал «Звезда». Один из самых известных российских литературных журналов. Хочу сказать еще одну вещь, которая меня страшно поразила. Во-первых, у Довлатова есть замечательная фраза. В заповеднике читайте Гордина и можете вести экскурсии. Это не про Якова Аркадьевича, это про его отца, написал Довлатов много лет назад. Понимаете, как все, вот, как и все пазлы складываются. Вот отец, Довлатов, Бродский, наш Яков Аркадьевич, все рядышком. Вот, но самое для меня потрясающее в судьбе Якова Аркадьевича то, что за 60 лет работы в литературе у него всего-навсего две премии, причем премии старые. «Северная Пальмира» и «Царско-Крестьянская премия», которым 20 лет. Мы решили, Яков Аркадьевич, сделать одну вещь.
И сейчас я достану просто вот из кармана коробочку. А в коробочке серебряный памятный знак, на котором изображен Антон Антонович Дельвик, основатель литературной газеты. Значит, на этом знаке написаны слова, которые, я думаю, что мы должны аплодисментами встретить. За верность слову и отечеству. Аплодисменты, пожалуйста. Дельвик Гордин. Спасибо. Вот. Некоторое время назад замечательный историк, имя которого, я думаю, большинству известно, Евгений Викторович Анисимов, выпустил такую книжку в НЛО, в новом литературном обозрении, «Петр Великий. Благо или зло для России». Она так построена элегантно, значит, там как бы он разговаривает сам с собой, там с одной стороны поклонник Петра, с другой стороны недоброжелатель Петра. Довольно солидная книга, где очень стройно и очень выразительно, Евгений Викторович вообще пишет хорошо, вот все, так сказать, про и контра изложены. Так сказать, Петр был, и мы живем по сию пору в Петровском государстве, и думать можно только, как мне кажется, и как-то всерьез говорить о том, что, так сказать, помогло России, а что помешало в том, что делал Петр Алексеевич Романов. У Пушкина есть такая, в общем, фраза, и горькая, потому что там речь идет о казни пяти декабристов. Он писал Вяземского об этом из Михайловского. Взглянем на историю, посмотрим на историю взглядом Шекспира. То есть, так сказать, крупно. Вот, да, происходящее ужасно, но, тем не менее, масштаб его заставляет отнестись к этому в высшей степени всерьез. Так вот, книга эта называется «Царь и Бог. Утопия Петра Великого». И там два эпиграфа. Один из них, и, в общем, вы поймете, очевидно, легко смысл. Это не биография Петра, и это не история петровских реформ, а это попытка, так сказать, вот рассмотреть, ну, фактически один из аспектов этой гигантской картины, которую является собой Петровская эпоха. Так вот, один эпиграф – это Ломоносов. Он Бог твой был, Россия». И другой эпиграф из Достоевского, которого Петр очень интересовал. Он много лет, вот можно проследить, так сказать, эволюцию отношения Достоевского к Петру. Вообще, это проблема, которая еще требует изучения и понимания, какова связь между миром Достоевского и тем, что делал Петр. В книге есть такая специальная глава, которая называется «Царь, Бог и Феофан». И дело царевича Алексея – один из центральных сюжетов. Потому что, насколько я понимаю, это вообще было одно из центральных событий царствования Петра. Чрезвычайно важное. Это отнюдь не там семейная склока и даже не просто политический конфликт, а явление гораздо более глубокое и трагическое, которое оказало влияние вообще на всю последующую историю. Так вот, надо, естественно, помнить, и я об этом в начале, вот, в предисловии скажу, Петр – это, конечно, колоссальная фигура, человек необычайных дарований, совершенно не очень понятно, откуда взявшийся, вот вдруг, никого рядом
по масштабу замыслов, по энергии исполнения, с ним поставить просто некого. Другое дело, насколько эти замыслы соответствовали возможности страны и вообще человеческим возможностям, потому что он равнялся, так сказать, на себя. А он был человеком, ну, как бы это сказать, в некотором роде патологическим. По той интенсивности, с которой он жил, ну, за ним никто не успевал. Алексей раздражал, в общем, Петра, ну, потому что у него не было тех возможностей, которые были у его, так сказать, батюшки. И вот, конечно, Петр Великий, он этого заслужил. А результаты этой колоссальной деятельности подлежат действительно внимательному рассмотрению ситуации вот, Петровской эпохи, и это всем это достаточно хорошо известно, в чудовищной коррупции, которая, так сказать, процветала, расцвела и процветала при Петре, с которой он пытался бороться. Причем, ну, теми методами, которые он любил, кому голову отрубить, кого колесовать, кого повесить, это не помогало. И, в общем, в конце концов, он, ну, фактически руки опустил. В 13-м году, 13-14 год, Петр вернулся из Европы и обнаружил удивительную вещь. Значит, несколько близких к нему людей, Меншиков в первую очередь, они провернули такую, значит, операцию, то есть они обворовали армию, потому что закупалось зерно, хлеб для армии, это была главная пища, и было создано несколько, вот как сейчас это называется, фирма «Однодневок», да, таких подставных лиц, в результате, через которых это проходило, и государство покупало хлеб в 2,5 дороже, чем оно могло купить непосредственно, как говорится, у производителей. Естественно, эта разница, она поступала, так сказать, известно куда. Из Архангельска грузы разные шли мимо таможни, поступали в Амстердам, где старший Соловьев их продавал, а деньги шли в голландские и швейцарские банки. Ну, такая довольно знакомая, в общем, схема. Ничего, как говорится, нового под луной нет. Причем был момент, когда Петр лично арестовал в Амстердаме Соловьева и отправил его в Россию, что очень любопытно, под конвоем прусских солдат, не доверил своим. Естественно, опять-таки, проблема перед нами. Что происходило? Почему эти люди, птенцы гнезда Петрова, разворовывали государство, которое они сами и строили? Произошло такое вот, чего Петр Алексеевич не ожидал, но чему очень способствовал практической деятельностью, крушение моральных представлений. Так вот, какое отношение это имеет к делу Алексея? Ну, дело в том, что все-таки убить своего сына – это, как говорится, не так, чтобы вот расплюнуть. И как мне, кажется, удалось выяснить, это было страшным потрясением, в общем-то, для всего русского общества. Основная часть царствования Петра прошла в войнах. Он начал с этого. У него есть такие признания собственные, очень любопытные. Еще с детства, когда он читал там какие-то исторические, значит, сочинения, у него появилась мечта отомстить туркам за те, значит, невзгоды, которые они причиняли христианам.
такого царства, самостоятельного царствования Петра, ну, лет 28 воевали. А азовские походы, Северная война 20-летняя, как только кончилась Северная война, параллельно с 15-16 года Петр стал готовить, значит, прорыв в Азию. Вот что касается этой утопической психологии, это не только для него характерно было. В Европе и в Московии была мечта об Индии. Индия – вот это некое удивительное пространство, необычайно богатое и вообще другое, другой миф. И Петр много лет разрабатывал, выяснял, как пройти, пробиться к Индии. Опять-таки, возвращаясь к делу Алексея, почему я заговорил о коррупции, о вот этих рухнувших нравственных представлениях, для того все-таки, чтобы убить наследника, а Петр задумал физически его уничтожить, в общем, довольно рано. Петр не желал, чтобы ему наследовала линия Евдокии. Уже была Екатерина, уже было две дочери. Он рассчитывал на рождение сыновей. И действительно, ведь в 15 году родился у Алексея и у кронпринцессы Шарлотты, значит, Петр Алексеевич, будущий Петр II, и вскоре после этого родился Петр Петрович, сын Петра и Екатерины. Петр, конечно, понимал, что он обречен уничтожить Алексея. В противном случае, если он умирает, то в каком бы качестве Алексей не остался, конечно, у власти будет он. И что будет с Екатериной и с Меншиковым, который ненавидел Алексея и которого ненавидел Алексей? Очень многие из важных людей, в общем, очень хотели бы, чтобы государь поскорее помер и пришел нормальный человек, значит, вот Алексей Петрович. Что еще я могу сказать? Понимаете, ну, как вы догадываетесь, пересказать большую книгу довольно сложно. Я попытался какие-то ключевые моменты наметить. Ну вот, единственное, что, опять-таки, не хочу, чтобы было впечатление, что я не понимаю масштаба личности Петра. Действительно. Это грандиозная фигура, фигура трагическая, которая пыталась, человек, который пытался создать то, что создать было невозможно, но с самыми, можно сказать, благими, как он считал, намерениями. Вот сейчас я посмотрю, только я хочу прочитать Ключевского. Так вот, что писал Ключевский. «Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи. Усталый, опускающийся со дня на день и от болезни, и от сознания своей небывалой славы и заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, а свое дело на воздухе, и не находил для престола надлежащего лица, а для реформы надежной опоры не в сотрудниках, которым он знал цену, не в самом, не в основных законах, которых не существовало, не в самом народе, у которого была отнята вековая форма выражения своей воли, земский собор, а вместе с тем и сама воля. Петр остался с глазу на глаз со своей безграничной властью». От нашего
фонда поддержки искусств Армении, мы бы хотели наградить вас нашим серебряным с пробой. Просто. Если надкусить, след останется. Какой-то дождь наград. Да. Это вот, вот та самая сука, которая кормит искусство. Угу. Ну, я не знаю, но мне кажется, история и в вашем лице тоже что-то подкармливает. Хорошо. Разрешите наградить вас.